Мой дружок-пирожок, если тебе нужны бабки, опыт, или все сразу, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно и недорого. Прокачка доступна на все платформы, как на ПК, так и на все консоли. Переходи прямо сейчас и заказывай самую надежную прокачку. Ссылочка на группу в описании. Переходи и заказывай. Всем привет, мои дружочки-пирожочки. Новая бонусная неделя подарила нам новую возможность от Rockstar. О ней мы подробно поговорим чуть позже. А сейчас, как обычно, к скидкам, бонусам и так далее. Скидка 30% у нас на Nagasaki Outlaw. Шустрая херня, но на нее у меня не стоит. Также 30% на мотоцикл Defiler. Возможно, эти скидки намек на то, что в скором будущем нас будут ждать бонусы за ограбление Казика. Но будем посмотреть. 25% скидка на новенький Дорадо. Мы, кстати, так и не сделали обычный тест этой брички, только зимний. Но даже без тестов понятно, что это самый обычный внедорожник. Impaler LX также со скидкой 25%. На него обзорчик был, атмосферная бричка для вечерних покатушек. Рекомендую купить любителям американской классики. Также со скидкой 25% продают Vigero ZX версии кабриолет, тоже новенькая бричка, а уже со скидкой. Ну и Illusion также отдают со скидкой 25%. Фару так и не починили, обзора все еще нет, ждем новую фару из Китая. Но покупать уже можно. По бонусам, как обычно, двойные выплаты на некоторые дела сообщества, как и на прошлой неделе. Также двойные выплаты на драгонки, как-то про них быстро все забыли. А тема-то годная. И двойные выплаты на старое противоборство, бегущий. На прошлой неделе его разблокировали, на этой теперь можно заработать в два раза больше денег и опыта. Также странный бонус за подготовительные миссии к налету на куриного папу. Смысл в том, что лидер все равно не получает денег за подготовительные миссии, поэтому в два раза больше денег и опыта может получить только тот, кто помогает проходить этот налет. Про сам финал ни слова. Уж очень жирно было бы на следующей неделе после выхода получить сразу лям зеленых за налет. По еженедельным заданиям тоже тухло. Нужно заработать 50 тысяч долларов ЖТА, будучи наемником в организации. И тут вопрос, какие бабки учитываются? Те, которые дают громили каждые игровые сутки в виде зарплаты, или еще те, которые можно заработать в испытаниях и работах босса? Проверять я это, конечно же, не буду. А кто сможет поднять 50 тысяч, получит сверху еще 100 штук и 10 тысяч опыта. Ну и теперь к интересненькому. Утиль-цех, юбилей можно угнать из арены. Чинкве мило у бандитов через полицейский участок. А вот комету S2 кабриолет у Мактони, через душную подлодку. Но это еще не все. Видите значок гаража? Это значит, что после угона эту бричку можно будет оставить себе за символическую плату, что довольно таки неплохо. Сделаю отдельный видос, где мы разберемся с этой темой, сколько нужно будет заплатить и какие условия должны быть. Видос постараюсь сделать как можно скорее. И да, тачку можно будет купить только эту. Я вот на прошлой бонусной неделе притащил в гараж Жермеса, но купить его нельзя. Поэтому, кто держал в гараже у себя годные брички, можете их сливать. Роки решили другим способом дать возможность выкупить автомобиль. Жермеса же я отправил на переработку. За него бабки придут позже. В Лухури витрине у нас свежий терминус. Кому зашла раскраска, можете прямо отсюда купить. Ну и также тут относительно новенькая туризма Маджо. Уж слишком часто ее пихают в этот гараж. Ну и хуй с ней. У Лосака неплохой набор из закрытых бричек. Тут и Анус бронированный, и Джастер в гоночной раскраске. Кстати, говорят, с такой раскраской Джастер едет быстрее. Также и Жермеса тут можно купить. Ротинью, или же Аварус, для любителей кожанок и намытого очка товарища. Все это уже нельзя купить на сайтах. Так что выбираем и покупаем. В автоклубе у нас выпит клик. Но правда, версия универсал, а это еще тот бабкин чемодан. Ездить на нем скучно и уныло. Что он делает тут?
Непонятно. Но если у вас есть лишнее место в гараже, можете 3 дня подряд пройти любую гонку автоклуба и добраться до финиша хотя бы 5-м. А покататься и прикупить в автоклубе можно вот эти 3 брички. Все это также не продается на сайтах. Так что я бы заглянул и выбрал, что можно урвать себе в гараж. В оружейном фургоне тухловато. Но тем не менее можно что-то прикупить. Например, боевой дробовик, который тут сейчас можно купить по скидке. Ну а чтобы знать расположение фургона каждый день, подписывайтесь на мою телегу. Там каждый день обновляется информация о расположении оружейного фургона, и сундуков, и дилеров. В Казике же у нас настоящая ностальгия, Pegasi Series. Конский ценник для тех времен. А сейчас эту бричку можно просто забрать из Казика. Если повезет, конечно же. Ну а на этом собственно все, мои дружочки-пирожочки. Предлагаю сейчас вам взглянуть, как я наваливал по трассе на гоночном джестере. И все, больше ничего я вам предложить не могу. Сейчас приступаю к угону кометы. Глянем, что там и к чему. Так что не теряемся. На этом все. Всем ББ, всем ГГ. Знаю, что обычно те, кто смотрит видосы до конца, ждут какой-то бонус, но я не фильмы про супергероев, чтобы показывать сцену после титров. Единственное, что могу сказать, так это то, что компьютер конкретно так разогрел комнату во время вот этой поездки. Я как ее завершил, встал со стула, а труселя насквозь все мокрые, мокрее даже после того, как успел добежать до туалета. Ну знаете, когда припрёт конкретно, а ты жопу сжимаешь так, что аж зеленеешь, и вот добежал до туалета, а трусы хоть выжимай, ситуация оказалась еще более мокрой, так что я мыть жопу, менять трусы, и делать новый видос. Увидимся.